Всем привет! Ветер сегодня, конечно, был дикий. Порывы достигали 28 метров в секунду. И по шкале Бофорта это дотягивает не просто до шторма, а до сильного шторма. Ну, конечно, рекорд мы с вами не побили. Самый сильный ветер на Земле был зафиксирован на австралийских островах во время циклона Оливия в 1996-м. Тогда порывы доходили до 113 метров в секунду. Ну или, чтобы было понятнее, это 408 километров в час. Нехило, да? Ну а у нас в крае ветер характерен сильной зимой в Норильске. Там это называется черная пурга. И в это время не работают аэропорты и даже перекрываются трассы. Кстати, у нас сильный ветер был вызван прохождением холодного фронта. И отголоски мы почувствуем даже ночью. Порывы в темное время будут до 22 метров в секунду. Ожидается дождь, который под утро перейдет в снег, и минус 4 градуса. Но днем, к счастью, без осадков, ветер ослабнет, и слабый все-таки плюс целый 1 градус. Всем хорошей погоды. Пока.